Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на ОБТ серию, пацаны, но суть видео, думаю, вам ясна. Я узнал для себя очень классную штуку, пацаны, насчет бизнеса. Этот бизнес называется пиротехника. Он будет очень прибыльный, прям очень прибыльный после глобального обновления. И сейчас расскажу почему. У меня что-то винил на машине, ну ладно, неважно. Хотя, кстати, я модпак старый удалил, у меня винилы. Я старый модпак удалил, а винилы остались на машине. Можно будет играть на старом модпаке с винилами. Круто. Ладно, но сейчас не об этом, в принципе. Смотрите, что я узнал. Пиротехника, да? Сейчас пиротехники не актуальны вообще на сервере у нас, на РП сервере, на мазинге. В принципе, их... у них госка там лям там и так далее, там 750 тысяч, их всего 3 на сервере, их всего 3 на сервере, это у нас возле вокзала Южного, в принципе у меня там находится сейчас бизнес, я его себе купил, потом под мостом, ой, а возле вокзала Арзамаса, возле вокзала Арзамаса, под мостом Южного, под мостом Южного, по-моему, блять, под мостом Арзамаса, вон там вот. И еще в Батырево. Всего их 3 на сервере, понимаете? Всего их 3 штуки на сервере. И все. Больше нету. Больше нету. И какой-то дебил меня таранит, непонятно. Че, пацаны, поиграем в игру, блядь? Сейчас бомбу ему положить. Кто, блядь, чуваку ракету дал, мне интересно. Кто ему дал базуку? Смотрите, вот магазин 24. Ой, магазин пиротехники. Что-то жестко туплю. Ладно. Вот магазин пиротехники, пацаны. Здесь новая инта будет. Прикольно, кстати, интерьер. Я думаю, довольно-таки классный. Лучше, чем до этого был. И здесь можно будет купить ракеты. Это те самые... называются они Хиросима. Это бомба такая. Она взрывается 3 раза. Ну, один заряд, но он взрывается 3 раза. Это вы будете им взрывать забор, понимаете? Там в тюрьму, я не помню, там тюрьма, по-моему, будет, да. В тюрьме будете забор взрывать. И она будет 190 тысяч. Понимаете? Вы сейчас можете спокойно купить на РП сервере этот бизнес за 2 миллиона. Даже, может, дешевле. Я свой купил вообще за ля 850. Можете спокойно купить его за 1,7 за 2 миллиона. Понимаете? Потом вам уйдет он в плюс. Он сейчас стоит 7 миллионов, понимаете? Да, их перенесут в местоположение, но они останутся у вас, понимаете? У вас будет госка, допустим, у кого-то госка будет 7 миллионов. Почему у кого-то? Потому что их всего 7. Я не знаю, какой из моего... У меня бизнес находится на вокзале Арзамаса. Я не знаю, какой из них будет моим бизнесом. Вот, мы пишем бизнес и смотрим. И здесь есть... Вот. Вот, третьих бизнеса. Вот, есть Эпил, Бабах, Оргазм. Вот эти три бизнеса пиротехники. Сейчас мы пойдем по второму. Вы даже уйдете в плюс, понимаете? Потому что госка у них больше. Понимаете, госка у них больше, чем вы, чем сейчас. В два раза причем. В два, в три раза. В четыре даже. В четыре, в три, два раза больше госка у них, чем сейчас на РП серверах. Если вы купите, он в любом случае вам будет выгодный. Тем более, он будет популярным, потому что там можно будет покупать бомбы. Там реально можно будет покупать бомбы. И он будет очень прибыльный. Очень прибыльный. А чтобы он был мега прибыльный, вы можете собраться с Фомой, братвой, друзьями там и так далее. Выкупить все эти три бизнеса у себя на сервере, там, на одном из 7 серверов. Выкупить эти бизнесы. Два закрывать, и чтобы один работал. И так их чередовать. И вся финка будет в одном бизнесе, потому что, я думаю, все будут пользоваться этими бомбами. И у вас просто финка будет миллионы, реально. У вас финка будет миллионы. Я реально, блин, может, я тоже так попробую сделать. Я думаю, это не получится. Просто братвой, друзьями там выкупить эти... Вам хватит 6 миллионов, чтобы выкупить эти три бизнеса. Ну, конечно же, если владельцы бизнеса не узнают об этом. Приколе, что я вам сейчас рассказываю. Если владельцы бизнеса меня не смотрят, в принципе, то они вам продадут его за 2 миллиона. Если смотрят, они вам будут его продать дороже. Вот, тоже
4 миллиона на госка будет, понимаете? Вы, допустим, купите его за 2. Это уже плюс 2 миллиона. Плюс здесь можно будет купить бомбы. Ну, то же самое, кстати. Можно, посмотрите. Вообще, я вот прям мега будет прибыль, смотрите. Как я говорил, вы купить братвой, Фомой, друзьями бизнес, эти все три. 2 закрыть, пусть один работать и чередовать. И еще на одном из них делать хоть 5000. Понимаете, просто какая мега прибыль будет. Это просто будут реально лямы. Это просто миллионы будут. Вот эта бомба, кстати, давайте я вам ее продемонстрирую. Эту бомбу, кто не видел. Я сам первый раз охренел, когда ее взорвал, я даже сам взорвался. Я даже не знал, что так взорвется. Смотрите, просто ложите там, куда вам нужно будет. Теперь убегаем. И просто смотрите, какой сейчас взрыв будет. Просто вот. Видите, взрыв вот такой происходит. Просто мега взрыв. Также есть еще бизнес в Южном. Я не знаю, какой из них будет мой. Но в любом плюс, в любом случае, точнее, я уйду в плюс. В любом случае, я ухожу в плюс. Видите, просто сколько раз он взрывается. Это капец. Реально просто можно подорвать все, что угодно. И прикиньте, какой вы сможете творить хаос. Ну, это я же, конечно, шучу, но... На самом деле, вы сможете, если владелец пиротехники, вы сможете покупать себе эти ракеты хоть каждую секунду, понимаете? Потому что деньги будут ваши, вам же шити. Есть еще один бизнес, он находится в... Батырево, в Арзамасе. Их всего 3, кстати, на сервере. Я посчитал, их всего 3 на сервере. Больше их нету, только 3. Вроде бы как, давайте я вот даже сейчас проверю. Кстати, что это только что было? Видели просто? Чё она только что так дернулась? Ладно, бизнесы. По-моему, их всего 3, 3 на сервере. Так, вот. Магазин салютов... Эпили, бабах, оргазм. Так, давайте дальше посмотрим. Больше нету, по-моему. Да, их всего лишь 3 будет на сервере. Ну, это, конечно, да, сильно. У меня нету ремки. Нет, у меня нету инструментов. Ну, замечательно, что могу сказать. Нам, судя по всему, придется пешком бежать. Ну, не впервой, как бы. Просто, блин, не знаю, стоит ли вам его показывать, вообще-то бизнес. У того бизнеса госка 5 миллионов. Видите, 3 бизнеса. В Арзамасе госка 7 миллионов. Потом в новом Арзамасе, Рыжевске, госка 4 миллиона. И в Южном госка 5 миллионов, понимаете? В любом случае, если вы купите его за 2 миллиона, либо еще меньше, это будет еще лучше, вы уйдете в плюс. Также, если вы сделаете, как я говорил, выкупите с братвой, друзьями там эти бизнесы, будете чередовать и вход поставите 5000 еще, то это будет мега прибыль, пацаны. Реально, вы окупитесь просто за месяц, реально. Потому что живет ГО. Понимаете, знаете, когда ГО заливают, все там по бизнесам шарятся, все там покупают. Вот этот первый месяц финка будет просто ебанутая, понимаете? Просто ебанутая. Я вам серьезно говорю. Потому что с тюрьмы там на ВЧ люди много ходят. Ну, блядь, наверное, 50% амазинка на ВЧ ходит постоянно. И нужно будет бомбу покупать. Там, не знаю, будет там, допустим, у вас там 10 человек, вы сложились там на бомбу, и все, и купил один. Кто-то из вас взорвали, там забежали, и все. И это будет реально круто. Это будет реально очень круто. Просто будет мега крутой и прибыльный бизнес, если правильно... ним распорядиться, если вы выкупите там все 3 бизнеса. И советую вам сейчас их выкупать, потому что потом вы их не сможете выкупить. Советую вообще выкупать его, как вы только этот видос посмотрите, потому что, возможно, многие посмотрят это видео, владельцы, может кто-то из них даже владелец пиротехники, он поймет, блядь, это ж, сука, золотая жила, блядь, я не буду его продавать. Я свой бизнес продавать не буду. До глобального обновления. Хотя, блин, если мне хорошую цену предложат, я, может, и продам. Ну, блин, очень не хочу продавать. И хочу, знаете, вот у меня не было такого бизнеса, какой у меня держался год. И, возможно, надо попробовать, чтобы этот бизнес у меня продержался реально год. Какой у меня сейчас на Мазинге есть. Это пиротехника. Если она, блин, будет мега даже прибыльная, то я ее, наверное, продавать не буду. Реально. Сейчас я вот купил его, этот бизнес, и я просто не заморачиваюсь.
я ни продукт не закупаю, я его не пиарю и так далее. Там, может, сам могу заехать, там купить петард, пострелять просто, подурачиться и все. А так, ну, им даже заниматься на данный момент не нужно, понимаете? Просто выплачивать надо и все. Просто нужно его оплачивать. И все, понимаете? И он вас, он не будет вам какие-то в минус вас уходить. Просто можете на данный момент его выкупить. Там, либо себе купить, либо с Фому выкупить с друзьями. И просто не, он будет стоять, понимаете? Да, там финка может будет идти, в принципе. У меня там финка 5-20 тысяч. Довольно-таки неплохо. Как бы, ну... И он вам не будет, он как бы... Хавать просить не будет, если грубо говоря. У меня еще машина под мост провалилась. Видимо, да. Ну, серьезно, блин. Реально, я когда узнал об этом, я просто охренел. Я когда покупал этот бизнес, я не знал, что он будет таким прибыльным. В будущем. Конечно же, в будущем. Сейчас, конечно, он не прибыльный. Да и это хорошо, потому что никто не знает. В основном, что после ГО он будет нести бабосы нормальные. Все думают сейчас, что это самый хуёвый бизнес на сервере. Я так тоже считал. Ну, сейчас считаю, пока что он самый хуёвый. Но после ГО это будет просто, блин, один из лучших бизнесов на сервере. Понимаете? Поэтому, я думаю, стоит всем его купить. По-любому просто. Как нам обещали, что ничего не слетит. Если бизнесы не слетят, пацаны, то это будет охуенно, как нам и обещали. Посмотрим, как раз руководители, основатели держат свои слова или нет. Ну, хотя, блядь, они ГО, блядь, не держат свои слова насчет ГО. Поэтому что-то трудно им на самом деле. Реально трудно вериться, что ничего не слетит. По-любому, блядь, какая-то хуйня произойдет. Я уверен. Но будем все-таки надеяться, что этого не будет. Сейчас я вам покажу третий бизнес, в принципе. У него ГОСКа 5 лямов. 5 миллионов, в принципе, у него ГОСКа, как бы. Кстати, сейчас на сервере... Это ОБТ сервер, кстати. Да. Кто не знает. Блять, вот, сука, какой-то даун на БМВ просто. Разворачивается прям, блять, не знаю кто. Сейчас вам покажу третий бизнес. Но на самом деле, вот, где бы я хотел среди этих трех бизнес иметь? Блин, я даже, честно, не знаю. Ну, не в новом Арзамасе точно. Хотел бы я либо в Южном иметь его, либо в Арзамасе. Но больше всего, наверное, в Южном, да. В Южном бы хотел больше всего. Вот, кстати, он находится вот здесь. В таком месте, конечно, не очень. Кстати, они их расположили как-то очень хреново. Видите, вот, магазин Баба Абсолюта. Вот, 5 миллионов просто. 5 лямов. Тут стоит 7 лямов. Понимаете? Ну, вы в любом случае будете в плюсе просто. Вот, чувак 5 тысяч ход поставился. Молодец. Интерьер мне очень даже нравится. Лучше, чем сейчас. В принципе. Ну, ладно, на этом у меня все, пацаны. Я думаю, вы поняли. Я решил просто с вами поделиться таким. Потому что сейчас пиротехника не славится популярностью, а у вас есть шанс урвать этот бизнес и потом в будущем после ГО получать хорошие бабки. На этом у меня все. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.